Сегодня отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Несмотря на более чем 30-летнюю историю возникновения ВИЧ-инфекции, она все еще остается одной из самых опасных для жизни человека. В республике сегодня зарегистрировано более 2000 случаев инфицирования, 150 из них выявили в этом году. В то же время ситуация остается стабильной, большое внимание в регионе уделяют профилактике и раннему выявлению инфекции. Мы на самых ранних стадиях у женщины, если имеется беременность, выявляем и проводим дорогостоящую лекарственную терапию. И дети, которые рождаются от ВИЧ-инфицированных матерей, они у нас рождаются здоровыми. Мы вот буквально 5 лет назад начали выявлять и обследовать мужчин, партнеров, то есть отца этого ребенка или партнера, да, женщины, от кого она забеременела. И эта работа тоже дает очень хорошие результаты. Поэтому ситуация по СПИДу, она в республике стабильная, но тем не менее мы сегодня говорим о том, что надо обязательно свой статус проявлять, надо обследоваться.